По случаю круглой даты сотрудники Сочинского художественного музея подготовили юбилейную экспозицию, включающую в себя 100 произведений живописи и графики из коллекции музея, которые ранее не выставлялись. Это работы советских художников 20 века, среди которых такие известные мастера, как Дейнеко, Низкий, Григорьев, Игумнов и многие другие. На полотнах разных лет изображены живописные виды Сочи, Москвы, Петербурга и других городов страны, а также индустриальные пейзажи, портреты и натюрморты. Выставка продлится до конца года.